Привет, дружище. Ну, начну с самого главного. Это то, что давненько ты меня не слышал и не видел. Никаких видосов от меня не было и никаких стримов. Да, я для тебя готовил новый контент по игре DayZ, потому что тут очень много времени пришлось потратить и очень много видео отснять, чтобы хотя бы хоть что-то годное для тебя предоставить. Так что не суди строго, для меня это будет первое видео, которое я монтирую в Ada Premiere. Мне он дается с трудом, но ничего, со временем все, как говорится, изучим. Ну а с тебя буду признателен, если поставишь лайк и оставишь комментарий, потому что это будет меня стимулировать на дальнейшее делать еще более годный контент для тебя, более мощный, трэшовый и хардкорный. При этом не забудь подписаться и прожать колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых видосов. Но я не буду, как говорится, отнимать твое время. Приятного просмотра данного видео. За этой долгой беготни я как бы увидел первого человека, думал, убью его и в итоге не перестрелял. Да, обидно, печально, хотел закончить на всем этом, но спустя 2 дня я решил зайти в ИРУ и встретил достаточно хорошего человека, который реально помог мне, а также в самом выживании. Но единственное минус, что я не поставил запись сразу, так что смотри, я думаю, тебе понравится. Сейчас мы тебя согреем. У меня жена лучше такую хуйню делает. А, это же Эра тоже. Ну меня когда убивают, мне обламывает начинать, короче, понял? А. Она бегает, одевает меня там по всякой фигне, я потом. Нормально, жена, по-моему, жена катает. Ну все, зажигай. Ну это минут 10 тебе греться надо, чтобы выиграть. Сейчас чуть-чуть посидим. Так, Ром, а ты сам откуда вообще? Воронеж. Краснодар. Оу, Краснодар. Я вроде не чувствую. Ну там у тебя эта бактерия исчезла. Сейчас, подожди уже. А то сейчас ты следом заболеешь, пока ты все сидишь. Побегу, короче, я налево, наверное. Так, электрозавоз, мы отпусты 1 километр, Тём. Ебать. Мы походу назад начали возвращаться. Короче, Тём, понял. Мы, блядь, ближе к электрозавозу какого-то хуя. Мы, блядь, походу назад начали бежать. Ёбаный в рот.
Все, беги, брата. Блять. Я похуй заразился от тебя. Сейчас, подожди, я закушу, а то я ебну стопочку. Это нормально. Это нормально. Ну, ёбну, тут выиграл, закусил, говорит, ёбну сопочку, говорит, сейчас закушу, говорит. О, говорит, все, я тоже выздоровел. Мы с Долина, вот мы с Долина сейчас вышли и идем, получается, да, по этой дороге мы идем, все правильно. Так, в дому дым. Дым, что говоришь? Дым с трубы идет. Его ёбнули, походу. Всё, я... Ух. Ебать меня... Ебать ты меня напугал, я думал, тебя ёбнули. Я обошёл и нагнул его в форточку, пока ты там его уцеливал. Тошуй костёр быстрее. Сейчас, чем, погоди. Вот она, как говорится, первая кровь пролилась. Товарищ, который со мной играл, естественно, сам его принял, потому что я как бы начинающий, я поэтому боялся подойти там, зарейдить и все в том роде. Ладно, не об этом, как говорится, главное. После того, как его убили, естественно, пошли и начали лутать, там достаточно неплохо было по хабару, так выразимся. Ну и решили переждать Артема в этом доме, дожидались. Но, как говорится, пошло все не так гладко, как мы хотели, точнее, как хотел и я. Смотри дальше, будет интересно. Да просто я подхожу аккуратно, я смотрю, где он. И такой хлопок, и тишина, я слышу, ты молчишь, думаю, блять, неужели тебя, что ли, сука, ёбнул? Да, я видел, ты пошел к входу, я думаю, надо, блядь, слева обойти, короче, в окошко, блядь. Они все так нагибают, короче. Кто по парам играет, они все очень так играют. Почему новую нахуй одеть эту хуйню? Брал. Одежду, говорят, новую найти мне. О, нашел дым, дом с дымом. Вот, и там свет горит, да, в этом? Да, да, я вот заходил. Он подходит к нам. Я слышу вас. Вы здесь, Тём? Да, слышите. Все, он к нам подходит. Заходи. Это наш. Это наш! Бля! А что тебе сказал-то? Я тебе сказал, подходит, заходит, ты чё? Блядь, ну чё ты, ну сказал бы свой подходит. Ну ёбаный. Чё, у тебя насмерть? Пиздец. Что делать, брат? Что, надо будет его, блядь, сохранить. А, бля. Тёма, спавнись, говори, где. Кто подходит? Ты говоришь, подходит. Кто подходит? А? Пиздец, ебать. Не-не, ты, блядь, глянь, мы сейчас лут забираем, твой рюкзак тебе. Эма. Кольт. Я не хотел его убивать, дружище. Пиздец, его подколол. Сейчас мы. Сейчас побежим к нему, он еще и здравую прибивал. Вот пиздец. Прости меня, дружище. Да, я не хотел. Блять. Так, ладно, сейчас мы это... Вот, о, сука. Это альпийский ты, рюкзак. Ты что не сказал, наш подходит, блять. Так я же сказал. Я же сказал. Кто подходит, блять? Ты же подходит. Клоун, блять. Кстати, а че я туплю? Я тетрациклин не забрал, он сейчас придет. Кого? Своего? Я сейчас, мы сейчас переделаем там рюкзак ему какие-то. Да, печальная сцена оказалась. Артём пришел и в итоге пал рук от товарища храброго, который не слышит своими ушами, что ему говорят. Ну, как говорится, что пришлось, естественно, собрать все пожитки Артёма и отнести... Ему лично, точнее, мы пошли с товарищем, выдвинулись с этим, относили лут Артему, я нес рюкзак. Товарищ, естественно, куда-то исчез, в плане того, что присел на коленку, то ли вышел за игры, то ли я не знаю, что было. А я, естественно, до конца дошел, обдал Артему лут, и на этом мы разбежались, так как
пора бы уже идти отдыхать, было поздно. Ну и спустя 2 дня я все-таки решил зайти в игру и зашел на другой сервак и сходил в поселок Старое. А там-то не все так просто, как казалось. Смотри, наслаждайся. Здорово, мудак. Ох, сука. Долбоёб. Сука, я чуть не обосрался, блядь, кольший. Опа, челик. Лежать, нахуй. Вот и подошло видео к концу по выживанию новичка в DayZ. Надеюсь, тебе, дружище, понравилось. В следующих видео обещаю тебе предоставить больше интересного контента по выживанию. Ну, а чтобы у меня был еще больше стимул их сделать, прожми, пожалуйста, лайк под данным видео и оставляй комментарий. Также подпишись на канал с колокольчиком, это поможет каналу для дальнейшего развития. Ну а также само поможет мне дать больше стимула делать новые видео. Ну а я буду с тобой прощаться, а точнее до новой встречи в новом видео.